привет привет с вами виколь рукоделие мы продолжаем вязание серенькой салфеточки крючком вторая часть и начинаем мы ее с 20 ряда давайте посмотрим что у нас дальше так смотрите после соединения в третью воздушную петлю нам нужно продвинуться смотрите аж за первый столбик столбиками без накидов на серединку сюда отсюда мы будем вязать 3 воздушные петли подъема 3 промежуточные и столбик с одним накидом э в эту же нижнюю петельку внизу. Дальше 4 воздушные петли и пропускаем, вот видите, раз столбик, два столбики в промежутке мы вяжем столбик без накида. Снова 4 воздушные петли и пропускаем раз столбик, два столбики посредине Вяжем столбик с накидом, 3 воздушные петли и столбик с накидом. И дальше узор у нас так повторяется. Ну и давайте мы теперь провяжем этот элемент узора так после соединения О, уже убежала убежала <связываю> 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 дернула так после соединения вот в третью петлю подъема так мы сейчас продвигаемся полустолбиками так провязываем так чтобы красивенько было так где-то на серединку цепочки с учетом того что у нас там две петельки на у нас середину будем фиксировать так самостоятельно так вот середина теперь мы вяжем подъем раз два три воздушные петли и дальше раз два три воздушные петли промежуточные накид и в эту же цепочку провязываем столбик с накидом правда я смотрю что он у нас будет уезжать убегать давайте мы сделаем вязывание туда где у нас было соединение соединение так вот дальше мы вяжем раз что-то у меня сегодня что-то у меня сегодня так довязываем так столбик с накидом так после этого мы вяжем 1 2 3 4 воздушные петли 1 столбик 2 столбик посерединке вяжем столбик без накида затягиваем ниточку хорошо снова вяжем 1 2 3 4 воздушные петли накид 1 столбик 2 столбик посередине здесь не середины нету тогда сделаем вязание в петлю в первую этом получается столбик с накидом 1 2 3 и столбик с накидом в ту же нижнюю петельку ну визуально смотрится как по серединке дальше снова 1 2 3 4 воздушные петли 1 столбик, 2 столбик, посередине столбик без накида. Снова вяжем 1, 2, 3, 4 воздушные петли, накид пропускаем 1, 2 столбик. Здесь в первую петельку провязываем столбик с накидом 1, 3 воздушные петли и столбик с накидом в ту же петельку 2. Вот так вот. И Таким образом у нас повторяется узорчик. Так, сейчас снова 4 воздушные петли. Пропускаем 1 столбик, 2 столбик и снова посередине мы вяжем вот так вот под цепочкой столбик без накида. Вот такой узор на двадцатом ряду довязываем до конца самостоятельно. В завершении вязания 20 ряда хочу сказать, у меня рисунок сошелся. Я вот довязала 4 воздушные петли. И сейчас делаю вязывание в третью петлю подъема и соединяю. И вот рисуночек получился. Так все чередуется, как по схеме. Вы знаете, я очень рада, что узор сошелся, потому что как можно посмотреть по схеме, тут идет немножко сбой по столбикам. Тут столбик и рядышком тоже столбик. Но у меня все получилось. Если вы вяжете со мной, мне будет очень приятно, если вы напишите, получилось ли у вас тоже, как у меня, все очень хорошо, с хорошим финалом. Ну, а мы сейчас продолжим дальше вязать. Далее у нас 21 ряд. Так, после соединения в третью воздушную петлю подъема, так нам нужно с этой петельки начинаем подъем 3 воздушные петли и дальше нам нужно довязать еще 11 столбиков с одним накидом и последний мы вяжем над нижним столбиком итого у нас 12 столбиков с одним накидом дальше 3 воздушные петли столбик без накида над нижним столбиком 3 воздушные петли и снова начиная над первым столбиком вяжем 1 столбик с накидом дальше довязываем еще получается 10 столбиков над воздушной цепочкой и, еще столбик над последним нижним столбиком в общем количестве также 12 столбиков с одним накидом снова 3 воздушные петли столбик без накида 3 воздушные петли и узор продолжается так вот у нас Соединение в третью петельку. Мы отсюда вяжем подъем. Раз, два, три воздушные петли. Это будет первый столбик. Остальные столбики вяжем под цепочкой. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8, 9, 10 над цепочкой и еще один над столбиком. И с учетом того, что у нас два столбика идут над нижними столбиками, а 10 идет над воздушной цепочкой. И у нас в общем количестве 12 столбиков с накидом. Дальше 1, 2, 3 воздушные петли. Вот у нас столбик без накида внизу. Мы туда делаем вязание. Так, вяжем столбик без накида. Снова раз, два, три воздушные петли. И дальше опять над нижним столбиком вяжем первый столбик с накидом. Дальше под цепочкой получается два три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Одиннадцать и двенадцатый над нижним столбиком. Делаем вязывание. Можно еще вот так вот считать второй способ. И вот таким вот узорчиком продолжаем вязать до конца этот ряд. Далее у нас 22 ряд. Так, по схеме вот мы сделали вязывание в третью петлю подъема, где первый столбик был. Отсюда вяжем 3 воздушные петли подъема и рядышком над нижними столбиками провязываем 2 столбика с одним накидом не до конца и сверху потом соединяем все одной воздушной петлей дальше вяжем 3 воздушные петли и снова над следующими тремя столбиками вяжем 3 столбика с накидом соединяем сверху одной воздушной петлей 3 воздушные петельки также сама 3 столбика с одним накидом над нижними столбиками далее соединяем сверху одной воздушной петлей 3 воздушные петельки и также сама над последними тремя нижними столбиками 3 столбика с одним накидом соединяем одной воздушной петлей дальше цепочка из 5 воздушных петелек и дальше также само узорчик вяжем по 3 столбика с одним накидом, сверху соединяем одной воздушной петлей и между ними по 3 воздушные петли. И так у нас получается 1, 2, 3, 4 подхода такие. Потом снова 5 воздушных петель и дальше так продолжаем вязать. Так, вот у нас было ввязывание в третью воздушную петлю подъема. Отсюда мы вяжем 3 воздушные петли. Дальше Второй столбик с накидом вяжем в соседнюю петельку не до конца. Раз. Снова третий столбик с накидом не до конца. Два. И соединяем сверху одной петлей. Дальше раз. Два. Три воздушные петли накид. В соседнюю петельку снова столбик не до конца с накидом столбик второй не до конца с накидом столбик третий не до конца с накидом и соединяем воздушной петлей снова раз два три воздушные петли и опять рядышком столбик с накидом не до конца столбик с накидом не до конца столбик с накидом не до конца так и соединяем одной петлей затем снова раз два три воздушные петли и над последними тремя нижними столбиками тоже раз два три столбика с накидом не до конца и соединяем одной воздушной петлей дальше вяжем раз два три четыре пять воздушных петель и также сама начиная с первого столбика мы вяжем столбик с накидом не до конца раз Столбик с накидом не до конца 2, столбик с накидом не до конца 3 и соединяем петлю. Дальше 1, 2, 3 воздушные петельки и снова столбик с накидом не до конца 1, 2, 3 столбика и соединяем одной воздушной петлей. Снова 1, 2, 3 воздушные петельки и еще раз 1 столбик не до конца с накидом 2. 3 и соединяем петелькой. Снова раз, 2, 3 воздушные петли. Над последними столбиками также само. 3 столбика с накидом не до конца. Так. И соединяем одной воздушной петлей. Снова раз, 2, три 4, 5 воздушных петелек. И также само переходим к вязанию такого же узора три столбика с накидом не до конца и соединяем одной воздушной петлей и у нас получается вот такой вот узор на двадцать втором ряду и продолжаем его вязать до конца двадцать второй ряд завершается у нас соединением верхнюю петлю где соединялась у нас первые три столбика с одним накидом и переходим дальше к следующему ряду это у нас получается 23 вот было у нас соединение мы передвигаемся во вторую воздушную петельку на цепочке вот здесь дальше вяжем 3 воздушные петли столбик без накида 3 воздушные петли столбик без накида дальше 3 воздушные петли и в среднюю петельку и на цепочке из 5 воздушных петель мы будем вязывать столбик с накидом 3 воздушные петли и в ту же петельку столбик с накидом снова 3 воздушные петли и на цепочке здесь столбик без накида 3 воздушные петли столбик без накида 3 воздушные петли столбик без накида и снова 3 воздушные петли петли в третью петельку нашей цепочки вяжем столбик с накидом 3 воздушные петли в ту же нижнюю петельку столбик с накидом 3 воздушные петли и дальше так продолжаем так вот у нас было соединение продвигаюсь сейчас полустолбиком во вторую петельку посередине нашей цепочки вот и отсюда вяжем 1 2 3 воздушные петли над следующей цепочкой где мы вязали 3 воздушные петли посередине ввязываем столбик без накида снова раз 2 3 воздушные петли середине следующей цепочки также вяжем столбик без накида дальше 1 2 3 воздушные петли накид и цепочки где было 5 воздушных петель в третью петельку ввязываем столбик с одним накидом дальше 1 2 3 воздушные петли и столбик с одним накидом в ту же нижнюю петельку так, дальше снова раз, два, три воздушные петли. На цепочке, на нижней, дальше провязываем столбик без накида посередине. Снова раз, два, три воздушные петли. В следующей цепочке посередине тоже столбик без накида. Раз, два, три. Дальше снова посередине следующей цепочки столбик без накида. Снова вяжем раз. 2-3 воздушные петли накид такая же цепочка из 5 воздушных петель посередине в третью петельку провязываем столбик с накидом дальше 3 воздушные петли и опять столбик с накидом в ту же нижнюю петельку и снова раз два три воздушные петли и вяжем столбик без накида посередине следующей цепочки между столбиками и дальше вот так вот продолжаем по кругу чередовать узор получается у нас вот так вот довязываем до конца завершаем 23 ряд и ввязывание я делала в нижнюю петельку где мы начинали провязывать вот цепочку из трех воздушных петель и вот так вот у нас завершился узорчик на этом ряду и следующие переходим дальше 24 вот я сделала соединение так мы теперь пробираемся пробираемся на среднюю петельку отсюда мы вяжем 3 воздушные петли столбик без накида над следующей цепочкой Дальше 3 воздушные петли. И здесь провязываем снова 12 столбиков с одним накидом. Провязываем над первым и над последним столбиком. 3 воздушные петли, столбик без накида над цепочкой, 3 воздушные петли, столбик без накида над цепочкой, 3 воздушные петли и снова над... Цепочкой из трех воздушных петель мы вяжем 12 столбиков, провязывая над передним столбиком столбик с накидом и сзади. И получается на цепочке мы провязываем 10 и плюс крайние 2, 12. И вот так провязываем до конца. Вот было соединение. Так, сейчас пробираемся к средней петельке вот я делаю вязание среднюю петельку отсюда вяжем 1 2 3 воздушные петли на следующей цепочкой посередине вяжем столбик без накида дальше 1 2 3 воздушные петли накид над вот этим столбиком вяжем первый столбик с накидом Начиная со второго, мы вяжем под цепочкой. Второй считаем. Третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый так всего 11 столбики 12 мы вяжем над столбиком вот и так у нас получилось два столбика над столбиками и десять над цепочкой теперь вяжем раз два три воздушные петли вот цепочка из трех воздушных петель мы посередине где-то серединка вяжем столбик без накида снова раз два три воздушные петли над следующей цепочкой также вяжем столбик без накида снова раз два три воздушные петли накид и снова у нас столбики с одним накидом вяжем первый столбик над столбиком остальные 10 столбиков мы вяжем под цепочкой

столбиком и получается у нас вот такой вот узорчик в этом ряду заканчиваем дальше самостоятельно по завершению 24 ряда получается Переходим к двадцать пятому. Вот было соединение в нижнюю петлю, где мы начинали вязать воздушные петельки. И посмотрим дальше. Дальше мы продвигаемся к цепочке на третью петельку отсюда вяжем 3 воздушные петли и повторяем узор как в нижнем ряду вот было у нас двадцать втором да вяжем по 3 столбика с одним накидом соединяем сверху одной воздушной петлей и между ними по 3 воздушные петельки так у нас получается 1 2 3 4 подхода над каждыми нижними столбиками вот так вот соединяем дальше 3 воздушные петли столбик на среднюю петельку цепочку 3 воздушные петли и снова по 3 столбика с одним накидом соединяем сверху одной воздушной петлей и между ними 3 воздушные петельки и давайте провяжем повторим подобный узор так который мы уже вязали с вами вот продвигаемся сейчас в среднюю петельку делаю вязание полустолбик так, и отсюда вяжем 1, 2, 3 воздушные петли накид над первым столбиком. Делаем вязание столбик с накидом не до конца. 1. Рядышком столбик с накидом не до конца. 2. И третий столбик с накидом не до конца. 3. И соединяем одной воздушной петлей. Дальше 1, 2, 3 воздушные петли накид рядышком в петельку столбик с накидом не до конца раз два столбик с накидом не до конца и три соединяем одной воздушной петлей снова раз два три воздушные петельки снова над следующими воздушными петлями над столбиками раз столбик не до конца два три и соединяем воздушной петлей снова раз два три воздушные петельки над последними тремя столбиками также само вяжем 3 столбика с накидом не до конца так. и соединяем одной воздушной петлей дальше раз два три воздушные петли вот у нас цепочка одна мы посередине делаем вязывание и столбик без накида дальше снова раз два три воздушные петли и опять переходим к вязанию над столбиками по три столбика с одним накидом не до конца и соединяем сверху одной воздушной петлей раз дальше три воздушные петли Дальше раз столбик не до конца. Два, три. Соединяем. Дальше раз, два, три. Воздушные петли. Снова три столбика с накидом не до конца. Так, снова раз, два, три. И над последними тремя столбиками Вяжем снова 3 столбика с накидом и соединяем воздушной петелькой. Дальше 3 воздушные петли. Снова посередине цепочки. Вот здесь делаем вязание и столбик без накида. Дальше опять 3 воздушные петли. И переходим опять к вязанию 3 столбиков с одним накидом не до конца так и будем соединять одной воздушной петлей и так мы вяжем до конца этот ряд самостоятельно далее переходим к вязанию 26 ряда вот сделали соединение так, где соединение вот сделали петельку в нижнюю, где мы начинали вязать. Вот она так. Теперь пробираемся полустолбиками по цепочке за первым соединением, аж вот сюда, между вот этими столбиками с накидом, где у нас соединялись одной воздушной петлей. И отсюда вяжем э 3 воздушные петли, столбик без накида. 3 воздушные петли, столбик без накида. Дальше тут цепочка 2, 4, 6, 8 воздушных петель, столбик без накида, 3 воздушные петли, столбик без накида, 3 воздушные петли, столбик без накида. Снова 8 воздушных петель, как здесь, и так продолжаем. Так, но чтобы у нас не, не была цепочка там потом совсем маленькая, я покажу, что мы провяжем больше. Так, Продвигаемся пока полустолбиками. Продвигаемся полустолбиками к цепочке, к средней петельке. Вот между столбиками. Так. И отсюда мы сделаем раз, два, четыре, четыре воздушные петельки, чтобы у нас Цепочка была чуть-чуть больше так. Дальше посередине делаем столбик без накида. Затем 1, 2, 3 воздушные петли. Дальше снова между столбиками столбик без накида. Здесь у нас вяжется 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Дальше между столбиками в среднюю петельку снова столбик без накида дальше 3 воздушные петли и снова между столбиками на цепочке в среднюю петельку столбик без накида дальше снова раз два три воздушные петли и снова столбик без накида в среднюю петельку на цепочке затем снова раз два три 4, 5, 6, 7, 8 воздушных петель переходим далее между столбиками в среднюю петельку и провязываем столбик без накида, и вот так мы вяжем по всему кругу до конца этот ряд далее переходим к вязанию 27 ряда. Завершение было у нас ввязывание в ту петельку нижнюю, где мы начинали вязать цепочку. Так, посмотрим, что у нас по схеме здесь. И получается, вот сделала соединение. Так, продвигаю сейчас на середину цепочки. Отсюда вяжу 3 воздушные петли и столбик с одним накидом э, на следующей цепочке также, чтобы не потерялся немножко подъем, провяжем 4 воздушные петли и столбик с одним накидом. Так, посередине цепочки, затем 3 воздушные петли. Посередине этой цепочки вяжем столбик с накидом, 3 воздушные петли и столбик с накидом в ту же нижнюю петельку. А, так, тут 4 воздушные петли. А, значит, вот здесь по 4 воздушные петельки, столбик с накидом, 3 воздушные петли и снова столбик с накидом над этой цепочкой. Так, давайте провяжем сейчас. Вот у нас было соединение. Мы продвигаемся полустолбиком на серединку. Так на серединочку и отсюда вяжем 4 воздушные петли как я уже говорила 2 3 так распустили 1 2 3 4 дальше в следующей цепочке рядышком провязываем столбик без накида теперь вяжем 1 2 3 4 воздушные петли накид посередине цепочки ищем примерно серединку в петельку провязываем столбик с накидом дальше 3 воздушные петли и второй столбик с накидом дальше 1 2 3 4 воздушные петли на цепочке посередине провязываем столбик без накида потом раз 2 3 воздушные петли над следующей цепочкой посередине также вяжем столбик без накида. снова вяжем 1 2 3 4 воздушные петли накид посередине нашей цепочки длинненькой провязываем столбик с одним накидом затем 3 воздушные петли и снова столбик с накидом в ту же нижнюю петельку дальше 1 2, 3-4 воздушные петли и снова на цепочке посередине столбик без накида 3 воздушные петли и рядышком на цепочкой снова столбик без накида и вот так вот провязываем весь ряд до конца таким вот узором и переходим с вами далее к двадцать восьмому ряду так, после завершения вязывания сделано э, в нижнюю петельку, где мы начинали вязать цепочку. Сейчас мы пробираемся на серединку нашей единственной цепочки и дальше вяжем 4 воздушные петли и переходим сразу к цепочке между столбиками где мы вязали 3 штуки и провязываем 12 столбиков с одним накидом так же как мы делали в предыдущих рядах не забываем провязывать и над первым столбиком и над последним чтобы у нас было общее количество 12 столбиков дальше 4 воздушные петли и над единственной вот здесь цепочкой провязываем столбик без накида узорчик очень простенький и мы его провяжем вот было соединение сейчас продвигаемся раз и два так вот мы уже на середине нашей цепочки вяжем отсюда 1, 2, 3, 4 воздушные петли накид. Переходим к нашим вот этим вот столбикам. Так, первый столбик вяжем над нижним столбиком. И дальше пошли под цепочкой. Это получается второй в общем количестве, да? Третий, четвертый пятый, так, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый. Так, сейчас ниточку подтяну. Так, десятый, одиннадцатый, и 12 мы вяжем над следующим столбиком рядышком который у нас был вот вот так вот дальше 1 2 3 4 воздушные петли вот у нас единственная арочка такая среднюю петельку провязываем столбик без накида снова вяжем раз 2 3 4 воздушные петли накид и повторяем также само над первым столбиком. Вяжем первый столбик с накидом. И дальше под цепочкой вяжем второй, третий, четвертый, пятый. Так, шестой столбик, седьмой, восьмой. Девятый, десятый, одиннадцатый и двенадцатый вяжем тоже над столбиком. Так, желательно так. Петля большая. Вот так. И снова раз, два. 3-4 воздушные петельки и посередине нашей единственной цепочки снова столбик без накида. И получается у нас с вами вот такой вот простенький узорчик, довязываем его до конца. 28 ряд мы с вами завершили сделали вязывание в нижнюю петельку где мы начинали с вами вязание и посмотрим что у нас на 29 -м. А здесь у нас мы прямо начиная с этой петельки вяжем 3 воздушные петли подъема. Вяжем как и в нижних рядах. 3 столбика с одним накидом соединяем сверху 1 воздушной петлей. Здесь уже вяжем 4 воздушные петли. Снова 3 столбика с накидом соединяем 1 воздушной петлей. 4 воздушные петли, 3 столбика с одним накидом. Над нижними столбиками соединяем сверху одной воздушной петлей. 4 столбика с накидом ой 4 воздушные петли изменяюсь и 3 столбика с одним накидом над нижними петелька, э, с петельками или столбиками соединяем сверху одной воздушной петлей 3 воздушные петельки и столбик вяжем над нижним столбиком без накида и давайте мы сейчас это все провяжем прямо вот отсюда мы вяжем три воздушные петли накид над первым столбиком провязываем столбик с накидом не до конца раз рядышком столбик с накидом не до конца 2 и столбик с накидом не до конца 3 и соединяем одной петлей дальше раз два так убежала ниточка 2 3 4 воздушные петли и снова Соседнюю петельку столбик с накидом не до конца раз, рядышком столбик не до конца, два и три и соединяем одной воздушной петлей. Снова раз, два, три, четыре воздушные петельки и опять вяжем в соседние петельки, три столбика с накидом не до конца и соединяем одной воздушной петлей. Снова раз, два, три, четыре воздушные петли и опять же вяжем 3 столбика с одним накидом не до конца и соединяем одной петлей дальше раз два три воздушные петельки и над нижним столбиком без накида ввязываем и провязываем столбик без накида снова раз два три воздушные петли и давайте второй раз еще раз провяжем с вами по 3 столбика с одним накидом соединим воздушной петлей и провяжем между ними по 4 столбика с одним накидом. Так, 2 и 3 провяжем. Раз, 2, 3, 4. Так. Так, еще раз вот три столбика с накидом и соединяем так. Дальше раз, два, три, четыре воздушные петли. И последний раз три столбика с накидом и соединяем одной воздушной петлей. Дальше раз, два, три воздушные петельки и снова вот здесь вот внизу мы с вами вяжем столбик без накида и вот так и дальше снова 3 воздушные петли и узор продолжается у нас 1, 2 3 и соединяем и дальше вот так вот так же самое довязываем этот ряд. Также хочу сказать, что на двадцать восьмом ряду практически под конец у меня закончилась ниточка. Я привязала новый моточек и вяжу дальше. Ну что, завершаем и я к вам возвращаюсь. Будем вязать потом последний ряд. Вот мы с вами и подошли к завершающему моменту вязания нашей салфеточки. Это у нас последний ряд, 30 так. Вот последнее соединение у нас в нижнюю петельку. Здесь у нас будет вязаться пико, потом столбик без накида. 4 воздушные петли, столбик без накида в петлю, где соединялись 3 столбика, 4 воздушные петли, столбик без накида снова в петельку соединение 3 столбиков, 4 воздушные петли, столбик без накида опять же в петельку, рядышком, где соединялись 3, воздуш... 3 столбика с одним накидом, 4 воздушные петли, столбик без накида уже здесь в конце над столбиками, Дальше 3 воздушные петли. И вот здесь мы вяжем столбик без накида, пико и столбик без накида в ту же петельку. И дальше так продолжаем. И давайте провяжем теперь этот элемент узора. Так мы вяжем для пико. Раз, два три, 4 воздушные петли, чтобы пико было у нас достаточно хорошо видно и смотрелось красиво. И ввязываем снизу в нижнюю петельку. Так и э, здесь же провязываем столбик без накида и дальше вяжем по схеме идет 3 воздушные петли я сказала 4 но там не было видно и дальше там все-таки 3 воздушные петли теперь мы вяжем в петельку вот сюда где у нас соединялись 3 столбика столбик без накида так соединяем дальше вяжем 1 2 3 4 воздушные петли Следующую петельку, где соединялись 3 столбика, вяжем столбик без накида. Снова вяжем 1, 2, 3, 4 воздушные петли. И снова в петельку соединяющуюся, где у нас нижние столбики, провязываем столбик без накида. Снова 1, 2, 3, 4 воздушные петли. И в последнюю петельку провязываем столбик без накида где было соединение дальше вяжем 1 2 3 воздушные петли вот здесь в петельку где был внизу столбик без накида мы вяжем столбик без накида дальше 1 2 3 4 воздушные петли в эту же нижнюю петельку про Вязываем столбик без накида. Дальше снова раз, два, три воздушные петли. И опять над нашими столбиками мы вяжем столбик без накида. Снова раз, два, три, четыре воздушные петли. Дальше опять в верхнюю петельку над столбиками столбик без накида снова раз два три четыре воздушные петли и снова в верхнюю петельку провязываем столбик без накида дальше раз два три четыре воздушные петли и снова столбик без накида и дальше вяжем 3 воздушные петельки в нижнюю петлю, где был столбик без накида, вяжем столбик без накида. Снова раз, два, три, четыре воздушные петли. В ту же нижнюю петельку вяжем столбик без накида. И вот так мы провязываем до конца наш последний ряд и завершаем. Ну что ж, довязываем последний элемент в нашей салфеточке. Остается провязать 3 воздушные петельки и сделать вязывание петельку начала нашего вязания и соединить вот так вот обрезаем ниточку и фиксируем вот так вот затягиваем. Вот и все. Давайте посмотрим, какая салфеточка получилась у нас. Вот какая она получилась. Остается сейчас ее просернуть, подкрахмалить и подведем итог мастер-класса. Готова подвести результат по мастер-классу. Вязание серенькой такой красивой салфеточки. Получилась она у меня в размере 45 сантиметров. Вы знаете, хочу сказать, результат потрясающий. Я привыкла салфеточки стандартно, да, они в белом цвете, в бежевом. Очень редко заказывают в каких-то других тональностях. А это прям серое, вы знаете, смотрится очень оригинально и необычно. Также хочу э, попросить прощения за то, что был немножко сбой в проговаривании рядов э, на протяжении мастер-класса. Ну, хочу сказать, результат вышел очень классный. Салфеточка красивая и результат отличный просто. Вам хочу сказать большое спасибо, что вяжете свеколь рукоделия за то, что не только смотрите видео, но, ну, конечно, и вяжете вместе со мной. Подписывайтесь на канал, буду радовать вас еще своими работами. Обязательно ставим лайк и буду очень признательна за ваши комментарии. Я вам говорю пока-пока, до новых встреч!